Неужели никто не помнит стихов? Это даже странно. Хорошо, хорошо, стихи. Стихи, видимо, как на уроке литературы. Никому, никто не может ответить. Ну что ж, давайте. А нет, есть стих. Есть стих у нас. Все-таки есть у нас отличница, которая знает стихи. Надо по-русски. Здравствуйте, друзья, аплодисменты за смелость. Ну, проходите сюда. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лена. Лена, очень приятно вас видеть на нашей сцене. Ну что ж, я даю вам микрофон в руки, рассказывайте стих. Не судите строго, что вспомню, то расскажу. Александр Сергеевич Пушкин. Потешу! У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет налево, песнь заводит, направо сказки говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях висит, там на неведанных дорожках следы невиданных зверей. Русалка там, избушка там на курьих ножках, стоит без окон, без дверей. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, мед, пиво пил. Спасибо вам большое. Видите, друзья, совершенно было несложно. Я, главное, сам говорю, я могу рассказать стих, накормите меня в ресторане «Шишки-баб». Но мне сказали, нет, ты не проходишь. Спасибо вам большое. Получайте ваш сертификат. Проходите к ресторану «Шишки-баб», предъявляйте его, скажите, я рассказал о себе Александра Сергеевича. Дайте мне, пожалуйста, все. Друзья, еще хотел бы взять одну минуту, чтобы вспомнить тех людей, без которых наш фестиваль сегодня не был бы возможен. Это наши спонсоры, все, кто нам помогал осуществить сегодняшний праздник. Итак, фестиваль «Матрешка» 2017 года благодарит генеральных спонсоров фестиваля «Крутых перцев» Андрея Клименко и Яна Короля, страховых агентов Марата Йошпу и Сергея Цвелиховского. Фестиваль благодарит спонсоров «Паркс Касино», «Скорую помощь Патриот», «Фолкнер Тойоту», Net Cost Market, Сергея Уманского из American Residential Lending, Temple Health Jeans Hospital, All American Home Care and Hospice, стоматологический офис Dental Beauty, иммиграционную юридическую фирму SNW, Lifeway Kefir, VIP Auto, сервисы по страхованию Remco, Citizens Bank, Community College of Philadelphia и Дозорцев and Sons. Мы также благодарим наших информационных спонсоров и партнеров газеты «Новости Филадельфии», «Реклама и жизнь», «Навигатор», «Еврейская жизнь», а также «Снэпучино», «Аудио и видео продакшн». Спасибо, друзья, на этом у меня пока все. Наслаждайтесь фестивалем!
Спасибо, Калинка. Просто так мы вас никогда не отпускаем с фестиваля. Ребятам предстоит еще один выход на нашу площадку, так что не уходите далеко. А я приглашаю вновь на эту сцену великолепный дуэт наших друзей из Вашингтона, Викторию Сухареву и Артема Старченко. Встречайте! Вот сейчас только что перед вами выступал Калинка Дэнс, и мы сейчас с большим удовольствием исполним для вас Калинку. Thank you.
Спасибо, Виктория и Артем. Поблагодарим, друзья, аплодисменты. А на сцене вновь ансамбль «Калинка». Невероятное. Это просто русский дух из Балтимора.
В следующем танце ансамбля «Калинка» примет участие сама художественный руководитель этого ансамбля Екатерина Денисова. Аплодисменты! Еще парню! Thank you.
там хочет. Я вот хочу тебя нарисовали. Thank you.
Thank you.